Это группа «Соловушки» из Артема плещет задором еще на подступах к ДК «Искра». Приехали в гости к таким же любителям народной музыки на 6-й фестиваль «Играй гармонь, душа России». В Уссурийске это уже 4-й ДК, в котором мы выступаем с огромным удовольствием. Наш город-побратим. Что приготовили и что привезли? Выйду на улицу. Ой. И казацкую лезгинку. Ойся! Тема у нас получается, с чего начинается Родина и наши знаменитые артисты, которые любят народную песню, привезли нам разное. Вот будем сегодня слушать, кто во что горазд. А гораздо все творить на любой лад. Эти строгие дамы – железнодорожницы, которым рельсы напоминают нотный стан. Хору вдохновения уссурийского узла уже 22 года. Коллектив взрослый, серьезен и подход руководителя. По партиям, да. По голосам у нас трехголосие строгое, и репетиции проходят у нас два раза в неделю. Мы поем не только железнодорожные, у нас и народные песни, общие, веселые и патриотические. Ну, все песни у нас есть. Редкое зрелище увидели гости фестиваля от воспитанников детской школы искусств. Калмыкский танец из репертуара балета Игоря Моисеева. Нетипичная этнохореография на сцене провинциального ДК, то еще и с таким мастерством исполненная. Очень сложный номер. Над ним работали долго, год. Его ограняли. Главная сложность – это все делать одновременно. Не путаясь друг в друге. Для нас одним из самых трудных и таких зрелищных моментов вращение на сей день, когда мы вдвоем должны делать вращение одновременно, но, конечно, не всегда получается, но мы стараемся. Парни изображают всадников на лихих конях, а я изображаю орла, который кружит над ними, вьется в небе, ищет себе добычу, падает камнем вниз и летает. Интересный ансамбль из Линевичей приехал в гости. Два взрослых аккордеона, один детский и голоса. Причем привезли артисты авторские песни «Парта героя» и «Школьный вальс». Фестиваль «Играй гармонь, душа России» бесконечен, пока есть любители народной песни. Следующий, 7-й, пройдет по осени в конце сентября. Увидите афиши, обязательно присоединяйтесь. Как Ирина Мигунова и Роман Адонин. Телемикс.